Здравствуйте, с вами Анна, это канал Буханка. Сегодня пеку хлеб дарницкий. По моему мнению, это самый простой и быстрый хлеб в приготовлении. И неудивительно, ведь в его состав входит достаточно большое количество ржаной закваски, поэтому он быстро поднимается. У меня он поднимается всего за час. А приготовить его совсем несложно. Просто нужно замешать тесто, разложить его по формам, расстоять и выпекать. Много говорить о нем не буду, лучше все покажу. Итак, давайте начнем. Но перед тем, как начать, оденем головной убор.
Ну вот, как вы увидели из этого видео, ничего сложного в этом нет. И получается вот такой замечательный вкусный хлебушек на закваске. Общее время его приготовления у меня составило не более 3 часов. Всем рекомендую. Хлеб из нашего детства. Все, с вами была Анна. Встретимся в следующих видео. Пока!